Всем доброго времени суток, друзья! Хочу с вами поделиться, что у меня цветет в декабре уходящего года. Цветет не так уж много, но все же немножко есть что показать. Это яркая орхидейка красавица Вивальди. Там она будет доращивать цветочки. Хоть она у меня простая, так сказать, классика, но любимая мною орхидейка. Здесь позади Вивальди распустилась красавица Виктория Фонтана. Крупноцветковая красавица. Такие большие цветы у нас. Это азиатская орхидейка. Покупала ее подростком. И вот такая симпатюля теперь у меня цветет. Это, если я не ошибаюсь, уже третье домашнее ее цветение. Вот такой вот красавчик. Тоже в третьем домашнем цветении. Узнала я название, как переводится золотой пиокер, golden пиокер. Переводится как золотой жук. Вот такой вот жучара. Здесь у меня папоротник растет в этом году приобретенный. А здесь тоже уже все цветочки распустила. Красотка Йеллоу. Последний цветочек. Он только-только распустился. Он еще совсем даже зелененький. Такой вот. И смотрит к низу. Видимо, потому что внизу лампы. Это моя любимая пятнашка. Одна из первых орхидей в моей коллекции была. Орхидея в переводе означает горошек. Вот такая вот яркая, симпатичная, пятнистая орхидейка. Продолжает свое цветение дендрофаленопсис черный тайвань. Такой вот красавчик. Здесь у меня растет фикус варигатный. Вот такой вот это первое цветение подростка на 2 цветочка. Вот красавчик. Рипсалис. Это мой адениум. Нынче он на этой полочке, когда я его с балкона занесла, набрал бутончики. Я его переставила к окну. Думала, ему так будет лучше, светлее. Ну, он после этого все бутончики сбросил и так не расцвел. Здесь моя пигошка. И цветет снова психопсис. Вот такой вот красавчик, яркий, загадочный. Интересный психопсис. Ну и здесь у меня растет аспарагус еще один. Так вот это все смотрится вместе. Видео о своих минечках я решила сделать на фоне вот этих красивых листиков бегоний. Первая орхидейка, которую я хочу представить вашему обзору, мини-орхидейка, это такая вот капучино. Как она мне нравится, просто очень-очень-очень. Такая вот красивая у ней губа, красивые лепестки. Ну, шикарная орхидейка. Я когда ее увидела, ну прям вот, это была любовь с первого взгляда.
это голландская орхидея. Вот даже фокус, посмотрите, что теряется. Такая красота. Это голландская орхидея. Я получила ее цветущей. И сразу я ей обрезала цветоноса, было два цветоноса, до первой живой почки. Но она, недолго думая, с каждого цветоносика выпустила, с каждой почки, вернее, выпустила цветоносики. Но корни у ней очень плохие. Я дала ей, конечно, процвести. На втором цветоносе я обрезала ей цветочки уже. Тем более, там они распустились не все, то есть она их не подтянула и начала засушивать бутончики. И я приняла решение обстричь этот цветонос. Ну, здесь вот еще один бутончик распустится. Недельку полюбуюсь. И тоже я ей отрежу этот цветонос. Будем с ней наращивать корешки. Красавица капучино. Такой вот каскадик растит вот эта орхидейка. Очень мне нравятся ее цветочки с яркой губой, с ярким малиновым пятном на колонке. Выглядит очень оригинально, красиво. Я ее приобретала под номером. Нет у нее еще пока названия. На фоне белых цветов очень выигрышно также смотрятся такие вот салатовые цветочки с ярко-малиновой губой. Эта орхидейка называется «Волшебный неон». Она сейчас цветет у меня на 2 цветоносика. Ну, осталось вот еще 2 цветочка распустить, чтобы был полный распуск. И вот такие вот яркие язычки придают ей особое очарование. Орхидеюшка «Бриллиантовая звезда» цвела в этот раз на 3 цветочка. Такая вот красотка. «Бриллиантовая звезда». Моя долго цветущая Минечка, орхидейка «Улыбка милого», уже немножко потеряла свою яркость, но продолжает цвести. У орхидейки «Поцелуй в губы» часть цветочков уже цвела. Но будет продолжение. Люблю ее за ее яркость. Ну и все же решила вам показать отцветающую орхидейку Калейда. С вот такими вот интересными, красивыми цветочками. Было 6 цветочков. Осталась половинка. Очень люблю свою суперзебру. Яркая, ароматная. Здесь будет доращивать еще свой цветонос, еще будут цветочки. И вот здесь вот под листиком спрятался еще один цветоносик. Так что будет еще радовать меня цветением. Яркая красавица. И закончить свое видео орхидеи, цветущие в декабре месяце, хочу вот этой красавицей. Хоть один всего цветочек, но мне очень сильно хотелось иметь эту орхидейку в своей коллекции, эту Минечку. Такая прелестная. Это покупка этого года. Вот такой вот цветонос она выпустила в первом своем цветении. Столько будет много цветочков. У нее очень интересное название у этой орхидейки. Называется она «Королева пива».
либо пивная королева. Так вот она у меня посажена. Стоит под лампами, не на подоконнике. Поэтому хочу сказать, что эта орхидейка очень быстрая в зацветании. Поэтому, кто любит минички, всем советую эту красавицу себе в коллекцию. Ну вот и все, чем я хотела с вами поделиться, что цветет у меня в декабре этого года. Всем всего самого наилучшего, мира, благосостояния, здоровья и пока-пока!